Сущевский вал в районе Олимпийского проспекта. Вот сейчас я, собственно говоря, собрался заснять, как ремонтируют подземный переход. Вот с этой стороны тут все раздолбали, уже не зайти. Тут, видимо, плитка эта новая лежит для этого. Зайду с той стороны. Стены ободрали, плитку ободрали. Честно говоря, зачем это сделали, я не знаю. Он был не в таком плохом состоянии, судя, он в нормальном состоянии. Это раз. В Москве есть намного похуже подземные переходы. Во-вторых, это подземный переход, он такой не очень-то массовый. Он достаточно такой рядовой переход. Вот здесь большого движения народа нету. Вот даже сейчас я прохожу. Вот, и тут, ну, вот одна там бабушка только пошла. Вот. Но тем не менее его смыкали со всех сторон. Да, туда тоже тоннель идет под Олимпийским проспектом. Тоже ободрали. Ну вот, посмотрим, как он будет выглядеть потом. Вот, но в принципе у меня где-то есть видеосъемки, какой он был до того, как его начали ремонтировать. Ну, вполне нормально, не знаю зачем. Говорят, деньги. В принципе. Ничего в этом удивительного нет, потому что у нас, допустим, в подъезде крыльцо подъезда за год 3 раза переделывали.